Оскар для пиар-специалистов в России. Серебряный лучник – премия в области развития общественных связей, которая вручается уже в 23-й раз. На рынке пиар-услуг закрепились продвигаемые лучником стандарты качества профессиональной деятельности и сформировано представление о многогранности современных коммуникаций. На мой взгляд, есть три наиболее важных критерия. Это все, что связано с оригинальностью идеи подачи решения вопроса, потому что любой проект призван решить какой-то вопрос или реализовать какую-то идею. Вот оригинальность этого подхода – это первый важный критерий. Второй важный критерий – какими инструментами команда проекта достигает своего эффекта, какие общественные группы привлекает к реализации. Как работает с медиа? Сегодня это очень динамичная и интересная сфера, которая сильно поменялась за последние десятилетия. Ну и последний критерий – как команда пользуется ресурсами. Серебряный лучник «Северо-Запад» проходит в Петербурге второй раз, но уже значительно расширив свои масштабы. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество номинаций, а главное – количество заявок на участие. В финал вышли 33 номинанта. «Такса», «Змей Горыныч» и «Лама Бэтмен», промокоды на поездки в такси, литературные соревнования звезд с детьми, развенчание мифов о профессии нефтяника и многое другое – креативные идеи участников конкурса. Это не попадет в сердечко нашей аудитории. Мы делаем так, конечно. Почему? Потому что многие люди смотрят эти репортажи. Но нужно выходить в новые форматы, которые сейчас актуальны, и мы это сделали. Помимо профессионалов данной области, в конкурсе принимают участие и студенты. Причем студенческая активность с каждым годом набирает обороты. Стало небольшой, но все-таки уверенной традицией, что мы проводим это в стенах СПбГУ. И сегодня студенты не только из СПбГУ, но и из других вузов Санкт-Петербурга будут наравне с экспертным жюри, скажем так, профессиональным, оценивать проекты. Студенты Института высшей школы журналистики и массовых коммуникаций принимают участие в подобных конкурсах всегда. И наши журналисты, как вы прекрасно знаете, все конкурсы, в которых принимают участие, выигрывают в одну калитку. Что касается рекламы связи с общественностью, то здесь результаты пока чуть хуже, но в наших активах есть и по этому направлению и первая, и не одна первая премия, пробы и другие высокие награды. В этом году в региональном этапе «Серебряного лучника» принимают участие два петербургских вуза – «Политех» и «СПбГУ». Студенты Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ представляют учебно-образовательный пресс-центр, организованный 6 лет назад. В рамках проекта создана успешная интернет-площадка, соединяющая офлайн и онлайн-технологии. На портале открыт киноклуб, грин-клуб, СММ-клуб, малый пресс-центр академической гимназии и учебный ТВ-центр. Студенты одновременно получают практические навыки и пробуют себя во всех сферах коммуникаций. Это действительно очень здорово, что сегодня у нас проходит вторая церемония, что Санкт-Петербургский государственный университет подключился к этому конкурсу, и благодаря нашим совместным усилиям вот второй раз проходит региональная премия. Главное не победа, главное участие. Он абсолютно релевантен для нашего конкурса, потому что даже если проект, который команда представляет сегодня здесь, не получит самой высокой оценки жюри, это возможность заявить о себе, это возможность услышать других, это возможность проверить то, что я делаю, насколько хорошо, насколько воспринимается другими. Ну и, конечно же, это такой важный фактор профессионального развития. Российские региональные этапы подходят к концу. Их победители примут участие в главной церемонии национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», которая пройдет в Москве 20-21 февраля. Мария Кузьмишина, Евгений Горяев, Алексей Чупка, медиацентр СПбГУ.